5 полезных свойств чеснока. Борется с микробами и грибком. Чеснок с давних пор использовался человечеством в качестве борца с инфекциями, вирусами, грибком и разнообразными вредоносными бактериями. Известна реакция на чесночное масло со стороны некоторых кожных заболеваний. Конечно, чеснок снижает частоту простудных заболеваний. Но важно помнить, что длительность простуды не снижается, если человек уже успел заболеть. В этом случае потребление продукта не имеет никакого смысла. Уменьшает последствия сердечных заболеваний. Исследователи одного европейского университета сумели доказать, что масло чеснока помогает восстановлению после инсульта. Иные виды продукта используются в лечении сердечной недостаточности. Чеснок полезен и при снижении артериального давления. Он расширяет сосуды и способствует более свободному кровотоку. Здоровый уровень холестерина. Исследователи убеждены, что добавка экстракта чеснока способна значительно улучшить липидный профиль крови, а также ее антиоксидантный потенциал. В возможностях продукта и снижение артериального давления, причем весьма значительное. Так что пациентам с гипертонией экстракт чеснока будет очень кстати. Защита печени от алкоголя. Чрезмерное распитие алкоголя серьезно повреждает печень. Это известно. Но менее известен тот факт, что органические соединения, полученные из чеснока, помогают защитить органы от окислительного стресса, вызванного алкоголем. Исследования доказывают, что такая защита крайне полезна для правильной работы печени. Чеснок и женское здоровье. Исследователи из Индии показали, что чеснок снижает потерю костной массы благодаря воздействию на гормоны. Эффект сильно заметен у женщин старших возрастов. Сухой экстракт чеснока в количестве 2 граммов несколько раз в неделю, и эффект не заставит себя ждать. Также чеснок способен облегчить воспалительные симптомы остеоартрита. Это крайне важно для женщин, которые страдают избыточным весом. Из-за него есть проблемы с коленными суставами. Степень развития остеоартрита значительно снижается, если женщина принимает в пищу достаточное количество овощей и чеснока. Боль при этом уменьшается. Если вам понравилось видео, поддержите нас, поставьте лайк и нажмите подписаться.